Здравствуйте, Даша. Это видео про ваш одуванчик и про байонет с наклеенным одуванчиком. Это одуванчик для вашего Гелиоса 81. Все запрограммировано согласно табличке поправок. Когда первый одуванчик окончательно выйдет из строя, вы аккуратненько полностью срежьте, чтобы без всяких следов на байонете осталось. Зачистите немножечко наждачной бумагой. Вот, и наклеите на его место новый одуванчик по инструкции, которая есть в группе. Я думаю, что вы с этим прекрасно справитесь. Вот он ваш байонетик. Вот, как видите, одуванчик наклеен как родной. Вот. Также все запрограммировано. И, конечно, как я вам уже писал, видите, отверстие стопорное расточено. Теперь будет защелкиваться очень хорошо. Сейчас я это все упакую и в ближайшие 2 дня отправлю вам. Спасибо за внимание.